Дорогие друзья, всем добрый вечер еще раз. Убирая музыку, убирая свет. Народу становится все больше и больше, и по билетам становится больше. В марте мы продолжим заниматься этим делом, будем читать еще пьес, у нас еще много пьес, у нас как грязи, как вы понимаете. Убирай свет, я не могу смотреть в зал людям, мне стыдно. Я сейчас звонит один знакомый из Москвы, я так хохотал, прям не могу. Я вам хочу рассказать, товарищ, у нас идет прямой эфир, ну да черт с ним, пускай идет. Он звонит, значит, из Москвы, я буду говорить, но не называя фамилии, понятное дело. И значит, он говорит, вот, смотрел интервью сейчас, было с одним режиссером, который сказал, что вот премьера была одной пьесы в одном театре. Вы поймете, что это дело. Так вот, тише там за кулисами. Я тут и делюсь, я не знаю, сокровенным. Так вот, этот режиссер сказал, что это пьеса современного автора уровня «Воскресенья Толстого». Я говорю, да слава тебе, Господи. А спрашиваю, а он «Воскресенье» ты читал Толстого? Или он думает, что это вот то же самое, что не ходите дети в Африку гулять или еще что-то? Знаете, друзья, товарищи драматурги, товарищи режиссеры, вам, конечно, очень повезло, что вы ко мне поступили учиться. Потому что куда вы не придете и скажете, мы от ковиды, вам скажут, ну понятно, все скажут, все понятно. Что им там понятно, я не знаю, но не повезло вам очень. И никогда про вас не скажут, что это уровня воскресенья или что. Никогда. Будут говорить колхоз, колхоз. Навоз, колхоз, что это вот они там разговаривают и все такое прочее. А такого прорыва, понимаешь, нет. Я умоляю вас, как-то вот крепитесь, терпите, пишите пьесы, ставьте спектакли и верьте, что будет счастье, мы увидим небо в Алматах. Но не верьте этим сукам, проституткам этим долбанным, этим недоучкам. Блять, другого слова нет, прости господи, нас в Австралии смотрят. И даже в Индии. Понимаете? Ну не верьте вы им, потому что это по-горькому все. Они перекрашивают собаку в енота. Но сколько не перекрашивать собаку в енота, она останется все равно собакой, понимаете? Если я буду говорить, вот кричать, вот белая, белая стенка, белая. Нет, она черная, ёкарный бабай. Понимаете вы или нет? Себе верьте, а не верьте этим дебилам. Уровня воскресенья. Дай музыку. Сейчас представим пьесу.